окунек. Красавец, да? Я его, конечно, дома взвешу. Но килограмм в нем это даже к бабке не ходи. Чуть. О, пластик. Один тройник отцепили. Вот. Соскучился по ракам. Немного раков поймал. Итак, всем привет. С вами снова канал Рыбалка в Хакасии. Что-то там где-то... Я не помню, какое число. А, что говорю-то? 5 января 2024 года. Вот. С Александром Николаевичем, как всегда, мой единственный неповторимый друг. Попер уже что-то, как будто что-то прет. Такое ощущение, что он что-то прет. А это он понес печку ставить. Снег узнал, что надо было с нами ходить. Лучше ходить по снегу. Дальше, но надежнее. Потому что если ты там это, земля, ноги, голова поднимется, никому не понравится. С этим, с печкой, да? Да. Еще уголь раскидаешь по всему полю. Вот. Короче, вот, Саня сейчас встает. Это у него, можно сказать, ну, обновка. Он второй раз с ней, но мы ее видим ее первый раз. Powerbird 3T. Вот он будет, будем ничего не ночевать с Александром Николаевичем. Да, Александр Николаевич? Да. А то тебе, как всегда, в кадре нету, ты где-то там бегаешь непонятно где. Сдаешься, что ли? Я субтитры пишу. А, субтитры. Вот печечка длительного горения. Я свою уже затопил. Саня сейчас тоже. Уже не первый раз, уже опыт у нас есть всего этого дела. Короче, стали мы это Сухокасия. Вон прям деревня видна там. Камера не без наезда, не приближает, поэтому вот так. А это вот народ туда, вон, в сторону Волчьего. Вон там целый город, кто увеличит, там не знаю как, посмотрите. Вот, я город не люблю, потому что я люблю тишину и покой. Это вот примерно мое старое место двухлетней давности. Просто вот воды не было здесь, потому что воды вообще в Енисее было мало. Это старое место, где мы дружно фигаши ловили окуней. На день приезжали и ночевали здесь. Я тут поймал прилично окуня. Сейчас у нас глубина здесь 5 метров. Я нашел вокруг там 3, 3,5, 4. Нашел ямочку 5. И мы решили здесь сесть, потому что там город, там уже понакормили. Хрен его знает, чем только там не кормили. Там вон люди под берегом сидят вообще. Саня съездил до них там, говорит, 1,5 метра, и они... Грустно сидят. Грустно там они. Вот. Я палатку поставил. Тепло завел. У меня тут все шикарно. Печка топится. Уже разгорелась, поэтому дыма не видать. Вот. Ну и пойдем сейчас. Последние продукты, как говорится, занесу. Червей уже в тепло. И будем там кормить. В общем, что-нибудь будем делать. Так что не уходите далеко. Что-нибудь поймаем, надеюсь. А что будете, увидите. О, хоть порыбачим маленько, да? А то кида никакого нету. Рыбалки нету. Рыба не ловит. О, кстати, не ловится, но надо. О, все. Все. Яичницу поджарил, глазунью, сейчас пускай маленько постоит, остынет, завтракать надо. Организм уже просыпался, рыбаки едут всякие, надо будет спрашивать. Короче, рыбалка. Не фонтан, от слова совсем. Вчера приехали, сели, обустроились, нашел ямочку. 5 метров глубина, меня устраивает вполне. Накормили, рыба подошла. Достаточное количество рыбы.
окунь, сорога, леща не было. Вот. Но рыба вялая, окунь, горбушка опущена, на дне лежит. Переплывет маленько, на пузо ляжет. Переплывет, на пузо ляжет. Мормышкой под нос трес. Если получится, видео с карты вставлю, с камеры подводной. В общем, рыба плавает. Мормышка как будто не замечает. Мормыш, он бегает по дну. Отплывет окунь, приплывет, видишь, лег, лежит. Хвост торчит. Вон другой плывет. И вот так. По дну рыбы много. Подплывет, камеру посмотрит. Клевать рыба не хочет. Ждем, пока у нее появится настроение. То сорога приплывет, то окунь. И так вот. Сейчас что-то мало, так обычно их кучно. Вон еще плывет, во. Вот еще, о, как только сказал, что мало, вот они. И тут валом. Вон еще там живет какой-то Вася. Брать ничего не хотят. Ну, такая пока рыбалка. Трясешь, трясешь, не хочет. Выше поднимаешь, какой-нибудь мелкий клюнет. Потом уже ближе к ночи, темно, снимать некак, никак не получалось. Да уже не доделался ни на что. Стало нет-нет, поклевывать сорожка. Сорожка такая, среднемелкая, ну... Скажем, я был этому рад. Поймал десятка два, наверное, сторожек. Ну вот рассвело, утро настало. Камеру опустил, картина та же. Рыба такая же, еле активная. Ну вот, завтракаю. Пожарил себе яичницу. И потихоньку подрыгиваю. Нет-нет, кто-то шевельнет, как бы. Червей сдернут. Вот сейчас тянет. Вот он тянет. Если повезет, достану. Вот такой мелкий окушок. Ну, скажем, пойдет и этот. За неимением ничего. И этого тоже возьмем. А то и рыбалка-то не рыбалка, непонятно что. Вот так. Такая вот сегодня грустная рыбалка. Все подъезжают, все спрашивают, всем интересно. Рыбы нет. И вчера сидели парни в Волчьем лагу. Туда не Волчьем, а туда ближе. Ниже кладбища. Тоже такая же фигня, говорит. Ну, беспонтовая. Поймали там за день до обеда по десятку. 7-8 штук, кто сколько там, кому как повезло. И все. И уехали. А мы чисто так душу отвезти, давно на рыбалке не был. Выехал. Ночевой. Надеялись, конечно, на леща, но, увы и ах. Будем так поддрыгивать. До обеда посидим, да будем собираться домой. Может, что поймаю еще, если повезет. С таким количеством рыбы должна клевать на каждом проводки, на каждом забросе, грубо говоря. Она не хочет. Вот одну настоящую я ставил удочку. Вдруг сорога все-таки соизволит. Потому что она там тоже плавает. Вместе с окунями. Рыбалка есть рыбалка. Ничего не сделаешь. Глубина меняется. Начинает давить течение. Мормышка раз и уходит. Место-то хорошее. Оно то туда, то обратно течение. То есть, ну, кормит, считай. И туда она кормит. Поле кормит, тянет. И туда тянет. Потому рыба и подошла сюда. Но брать не хочет. Погода, давление. Тут вчера было 25. Сегодня на день их дают 8. Ветерок дует. Давление, естественно, падает. Завтра вообще что-то будет. Минус 3, что ли. Вот и считайте. Ну и, как говорится, глухозимье. Никто его не отменял.
и брал всякие разные мормышки. И толку никакого, разницы нету. Он просто не хочет жрать и все. Ему все равно, что ты там под носом отрисешь. Не хочет. Нету у рыбы аппетита. Ну, у рыбы аппетита нету, надо свой аппетит тогда как-то развивать, да? Будем завтракать. Пожарил яичницу. Три яичка. Вот. Сейчас мы это дело навернем. Так. Опять. Не подготовился. Не подготовился. Так. Майонез. Кофею. С утреца. И давай. Тарелки марать не будем. Прямо в сковороде. Приятного аппетита. Кто завтракает? Свежие жареные яички, тепленькие, песня на завтрак, самое то. Ну вот, а вы не жрете, хоть я за вас поем. Беспардонные, бессовестные. Все было очень вкусно. Как-то так прошел завтрак быстренько так. Ни одна рыбка не пострадала. Все. До сих пор никто не клюнул. Давай подразним, может, там еще не съели наживку втихаря. О, что-то растерялся от неожиданности, забыл, куда леску утаскивать. О, я его забагрил. Это уже совсем позор, конечно, на мою седую голову. Ну какой красивый. Можешь же, да, когда хочешь, иди отсюда. Вали домой. Вали домой, сказал. Буянишь там. Ну вот. О, кого-то замочил. Похоже на сорогу. Ух ты! Да это же трофей целый прямо. Это прямо трофей. Целый трофей. Огромный такой окуняра. Офигеть.
Это уже огромный, это уже грамм 80, наверное, съедобный в наше время размер. Фига себе. Завалил какого матроса я. Кончик мотыля раз, сдернул и все. Там мормышка-то, казалось бы, ему чуть приоткрой сильнее, она влетит. Но вылети где, как высоко. Я же говорю, мормышка-то с его ростом. Так. Пойдешь на обед. Что теперь делать с тобой? Чего не сделаешь? Опа! Вот опять поклевка была. Ну а что я сделаю? Мимо? Ну, поклевка. О, цирк кого-то там царапнул. Опа! Ну давай. Иди сюда. Матросик. Мелкий. Ну и что сделаешь? Какой есть. То и то, как говорится, хлеб, да? Поклевон два. Что-то более-менее так неплохо идет. О, хороший окунек. Хороший окунек. Молодец. Будешь жареным сегодня или завтра, как мазь пойдет. О, нифига себе, какого монстра поймал. Огромного. Огромного какого поймал. Еще один идет. Да так, глядишь, я и на сковородку наловлю. Если пойдет дело-то, да? О! Какой хитрый кто-то там. Кто тут еще может быть такой хитрый, да? Так высоко. Ну, этот уже идет. Позориться не будем совсем уже. Поклевка хорошая. Опа. Ну, окуня всегда хорошая поклевка. Он ростом чуть больше мормышки. Иди отсюда. Вот. Обьет прям так мощно всегда.
побольше вроде, да? Или может кажется? Нет, побольше. Приятненький, толстенький. Да. Это мы уже заберем. Мне тут клев начался. Бешеный. Жор практически. С учетом, как вчера клевало и сегодня с утра, так это прям уже жор почти. Как этот лифт, да? Что-то выключили лифт. Что там, штуки 3 или 4 подряд поймал. Все. Что, их выловил что ли? Ну что, полосатые? Голодранцы. Что-то рыбу завезли что ли? Что это такое? Ого! Ого! Это вообще конь уже. Это уже больше 100 грамм, наверное. О! Лапоть какой! Это вообще какой-то огромный прямо. Прямо кушара. Может там еще такие есть? А? Нет, это поменьше. О! Серега! Красольда! Молодец! Сторожка! Пойдешь! Ну глядишь, мы тут сейчас рыбу наловим. Юкорный бабай-то, а? Поддернул в конце. И вот он. Пожалуйте. Пожалуйте бриться, да? Огроменный. Кыш отсюда. Молодец. Вали отсель. В общем так, парни. Рыбалка. Ну, рыбалка есть рыбалка, как говорится, все это знают. Бывает. Да, бывает нет. Сегодня не очень. Сегодня рыбалка так, трудовая, как говорят. На улице ветерок. Сейчас вроде маленько затихло. Время уже 12 часов доходит, рыбка. Ну так, редко-редко, еле-еле там поклевки какие-то есть. Вот, так что сейчас рыбу соберу, взвешаю и поехал домой. Потихоньку все это уберу, сейчас все, ну, почищу все. Марафет наведу. Так что рыбалка как рыбалка, как говорится, да? Сейчас занес с машины вечерний улов, чтобы сейчас все вместе это сложить. Покажу вам, что получилось за вчера, что поймался сегодня. Потом это все вместе взвешаем. Вот. Вот так. В общем, вот. Вот это. Я поймал сегодня за утро. Вон окунек есть. Красивый прям. Хороший. Вот такой вот. Красавец. Вот. А это я поймал с вечера. Клевала такая сорога. Есть хорошие размеры. Вот она такая. Ну, подстыла рыба уже здесь. Вот такая сорога есть. Как бы да. Ну там. Мелкие окуньки присутствуют.
ельчики есть. Вот. Вот так вот. Сейчас ведро все засыплю и взвешиваем. Получилась вот такая кучка. Так, ведро у меня 0,5 килограмма. Ну, 450 грамм, я считаю, 0,5 кило. Не буду угадывать. Вот. О! Так у меня еще много рыбы. 315. Ну, грубо говоря, 2900 я поймал. Да, 450 грамм. Ведро. 2850. 2 килограмма, 850 грамм. Я поймал рыбу. Так что, как бы я все равно с жерехой. Не впустую. Так что, всем спасибо за просмотр. Пишите, комментируйте, ставьте лайки, ставьте дизлайки, кому что. Это была рыбалка одной ночи с 5 на 6 января 2024 года. Все. Всем пока, увидимся на рыбалке.